Работы по демонтажу старого и установке нового ограждения на верхней набережной идут полным ходом. На данный момент уже установлено почти 900 метров современного антивандального забора. Сейчас работы ведутся уже в районе городского маяка. Это очень прекрасно. Мне кажется, что она будет очень долго стоять. По сравнению с тем, что было, ну это вообще отлично. Главное, чтобы лет 40 хоть простояло. Масштабные работы коммунальщики развернули и в центре города по покраске пешеходных переходов. На один такой перекресток улицы Крымской уходит порядка 100 литров дорожной краски. Сразу после распыления на свежий слой наносится специальный светоотражающий порошок, который сделает зебру заметной в вечернее и ночное время суток. На один переход коммунальщики тратят не более 10 минут. Еще через 20 дорога в месте покраски становится пригодной к дорожному движению. И это только начало основной работы в этом направлении. Всего предстоит покрасить в пределах 600 пешеходных переходов общей площадью где-то 1900 квадратных метров. Это только центр города. Начали от горбольницы и идем по Крымской. Работает одна покрасочная машина, две машинки. Работает одна бригада. Для того, чтобы завершить все работы, у коммунальщиков осталось менее месяца. По поручению главы города Юрия Полякова, все пешеходные переходы должны быть обновлены до 1 мая. Руслан Душевский, Анапа регион.